Валерий Николаевич пришел ответить на вопрос. Правильно? По содержанию логики. Подождите. Нас обслуживала Оптима, теперь нас обслуживает Шеф. Пока наш дом был в Оптиме, там был директором Игорь Николаевич. Незаконным путем наш дом переводит ваше мнение. Ну, дайте я выскажу. Собрание же у нас. Можно мне сказать? Вот здесь жалоба вообще. Ну вот посмотрите вопрос. В принципе, я могу не подтвердить, почему. Оптима сервис сейчас не занимается управлением многоквартирными домами. Нету смысла мне находиться в двух организациях, находиться директором. Мне лучше находиться в одной управляющей компании директором, чтобы больше внимания уделять тем домам, которые находятся в управлении, а не находиться в той управляющей компании, которая, по сути, закрывается в ближайшее время. А почему она закрывается? Ну, она не занимается управлением домами. Поэтому она подождите, на сегодняшний день вы нас незаконно туда перевели и сами туда перешли. Законно, незаконно, это ваше мнение, поэтому я ваше мнение. Хорошо, нет, если кто-то голосовал за ЖЭК, скажите, пожалуйста, кто голосовал за ЖЭК? Мы голосовали, мы туда перешли. Хорошо, мы не знали. А еще кто-то голосовал за ЖЭК? Хорошо, три человека. Ну у нас, если мы же не все, то мы не получены, а вот все понятно. То есть протокол действительно в суде признали недействительным. А когда суд пошел? Не могу сказать точно даже, не помню. У нас тут несколько судов уже было, я уже запутался. Не помню, я уже где-то в прошлом месяце. Понятно.